Merhabalar, pirajki i konfetki. Нашел такой сладкий пирожочек. Вот, вот он меня ждет, вот этот пирожочек. Как бы его съесть, но потом сейчас руки будут грязные. Нашел пирожочек. Минимальная квадратура в этой квартире 125 квадратных метров. Вся полезная площадь. Только вот эта гостиная, дорогие зрители, 42 квадратных метра. Измерил лазерным измерителем. Покажу, чтобы понимали. Вот я с ней измерил. Короче, сейчас она отключилась. Квартира классная. Мне она очень понравилась. Вам также понравится. Находится она в районе Махмутлар. Смотрите. Отсюда тоже покажу. Система «Умный дом». Хозяин сейчас все установит до конца. Не доделал свою работу. Даже видите, робот, все, система. Xiaomi фирму устанавливает. Кое-что он заберет из квартиры, остальное все продается, как вы видите. Вся мебель будет с доводчиками. Доделает. Бытовая техника фирма БК. Отдельная кухня. Вот жилая площадь вот отсюда до вот этого мебеля я отмерил 5 квадратных метров. А полностью вся кухня от стенки до стенки у нас 13 квадратных метров. Так, увидели бека-бека-бека. Ага. Тут холодильник спрятали. Извините. Закрою. Так. Кондиционер фирмы Sigma. Телевизор TSL. Ой, здесь хорошая фишка у них. Столик вот маленький вот этот. Из мрамора. Сенза у них мебель. Из магазина Сенза. Вот мраморный стол. Познакомлюсь с хозяином. Также есть переустановка денег в Европе. Можете там передать, а оформить квартиру тут. Им нужно уехать в Европу. Из-за этого продают. Порой задают вопрос, почему-то продают такую красивую квартиру, да? Балкончик. Большой балкон. 21 квадратных метров. Вся жилая площадь. Минимум я отмерил от стенки до стенки. Так. Это тоже подарок. Так. Вот. Здесь территория ухоженная. Комплекс с виллами. Так что этот вид у вас больше не закроется. То, что вы видите, то остается. Шаговой доступностью на сети магазинов Migros, BIM, А101. Отсюда до Ататюрка, улица Ататюрка, где у нас Екта, вот шоп, вот магазин новый, Екта Мол, который открылся, максимум 650 метров. До моря 1153 метра максимум отмерил по карте Google, шаговая. Вот, вид такой у вас останется. Здесь когда-то что-то в этой стороне могут построить. Здесь запрещено строить. Так что вид на гору у вас останется. Вид на небо тоже останется. Можно вот сесть вниз и смотреть небо. Вот, ничего не будете видеть, только солнышко. Можете лежак, гамак поставить, чтобы не видеть эти здания или виллы. Это средняя школа. Там культурный центр строится. Торговый еще что-то там будет. В Махмутларе. Еще что здесь есть? Солнышко вижу. Вы тоже будете видеть. Ухоженная большая территория. Бассейн 20 метров в длину, как мне объяснили. 160 сантиметров это высота. Европейцы в основном проживают. Проект называется Gold Bau. Как-то Residence. Познакомлю, еще раз говорю, с хозяинами. Они тоже стали моими друзьями. Кофе дали мне попить. Еще пирожочек дали. Цветочек. Что это? Бинокль даже есть. Так что действуйте. Покажем вам и другие комнаты. Также у этой квартиры есть отдельная кладовка на цокольном этаже. У каждой квартиры есть. Вот, интересно.
Здесь отдельная кладовка. Можно сделать из нее как бы дополнительный санузел. Стоит накопительная система Фимбека. Сушилку вроде заберут, как сказали. Стиральная машинка фирмы Altus. Или же обсудить цену, доплатите. Ага. Детали все вам показываю. Санузел. Один большой санузел. Мне бы такой как-то. Душевая кабинка. DeLonghi фирма, конвектор, умная система, все здесь тик-тик-тик-тик, эко-режим, датчик передвижения. Ага. Куда они дели умный дом? Камера наблюдения тоже есть в квартире, как он мне сказал, вот там он поставил. Вот, вот камера все наблюдает, смотрит. Еще счетчики не довел до конца. Значит, покажу первую спальню. Здесь 12,5 квадратных метров. Фирма Bambi. Кровать. Вид со спальни. Сторона восточная. Выставил кондиционер. Встроенная платяной шкаф, как бы в стенку они сделали. Угу. Это давай я заберу с собой, чуть мне понравилось, конечно. Угу. Вторая спальня. Здесь у нас 17 квадратных метров. Ой, гардероб, дамочки. Пришли, там что-то сделали. Косметику намазали. И реснички сняли свои, у кого-то есть. И вот так продается квартирка, как вы ее видите. Высота потолка 265 сантиметров. Прихожая, вот этот холл весь где-то у нас 25 квадратных метров в длину. Большая. Все, спускаюсь я вниз. Здесь тоже что-то будет, ну, не знаю, что это. Просто для красоты сделан. Иду я вниз. Вы оставите лайки, пишите комментарии, что вам понравилось в этой квартире. Пирожок ли это квартира или конфетка? Напишите. Буду рад. Смотрите, как красиво все. Еще раз покажу. Итак, дорогие зрители, вышел из квартиры. Вот такая здесь территория. Внизу тоже видно, да, все. Вид на горы. Планировка. Так, проект сделан так интересно, что вот открыта парковка также есть. Котенок. Blackout шторы. Что-то мне так сказали. Вызовем лифт. Этаж четвертый, но он, так как проект на высоте, как бы, скажем, от земли, как бы шестой или седьмой этаж. Можно по лесенкам спускаться вниз. Я подожду лифт, а то худею. Айдат 800 лир в месяц. Айдат оплачен до конца этого года, 2023 года. Спускаемся на минус один этаж. И то, что вы говорите, что закрытый район, ВНЖ не дадут, это ВНЖ это не вечно, дорогие зрители, когда-то это откроют. Откроем свет. Видите, как ухожено все. Спустился на этаж минус один. Фитнес. Теннисный стол. Чак-шук. Здесь что? Please even close door. Здесь сауна. Ничего не могу сказать отрицательного. Все положительно у меня. Здесь надо как-то включать. Это я не знаю. Консьерж там должен все делать. Я вам показал, что есть сауна. Есть генератор. Еще что тут есть?
лифт вместим 6 человек, вот кладовки у каждой квартиры отдельно. Видите? Даже туда продолжается. Цена квартиры 162 500 евро. Придете, познакомлю с хозяином, позвоните мне. И там маленькую скидку какую-нибудь они вам сделают. Нажмем на нулевой этаж, поднимемся наверх. Ага, даже есть как бы барная стойка, тут тоже функционирует, как я понимаю, летом. Смотрите, какой красивый фасад у здания. Открыта парковка снаружи. Цветочек, который называется лисичка. Все, с вами был Агасий из Солнечной Лани, район Махмутлар. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Если у вас интересует другой какой-нибудь вариант, пишите. Я не успеваю снимать все ролики на все квартиры на рынке. Так что пирожки тоже держу при себе. Это был один из пирожков, который пришлось мне вам показать. Всем пока-пока.